хочу вам показать, как очень круто порвать джинсы. Мне кажется, у каждого в шкафу есть старые джинсы, которые вы уже не носите. Как вот у меня. Рваные джинсы. Очень рваные джинсы. И вот эти. Уже несколько лет держится мода на рваные джинсы. И поэтому я буду немножко экспериментировать. Для начала нам нужно одеть наши джинсы и наметить себе, где вы хотите делать дырки. Намечаем. После того, как вас все устраивает, можем начинать. Рик, а ничего ты мне мешаешь? Нормально, легся хвостом поталяет. Бери, вставай! Берем ножницы и делаем два горизонтальных надреза. Но обязательно нужно под карман что-то подложить, чтобы не порезать лишнее. Не надо стараться делать линию ровно. Чем кривее, тем моднее. Дальше мы берем пинцет и вытаскиваем вертикальные нити. Поначалу это, конечно, будет сложно, а потом будет и все идти как по маслу. Посмотрите, какая у нас красивая дырочка получилась. Теперь нам нужно растушевать края пинцетом, чтобы они были пышные с бахромой. Переходим наперед и делаем все то же самое.
Также мы можем сделать эффект потертости с помощью терки. Вот такие вот потертости у нас получились. Мне они очень нравятся. Сейчас я хочу задекорировать нашу звездочку. А что у меня получится, смотрите дальше. Вот, посмотрите, ребята, какая красотень получилась. Мне очень нравится. Так круто и красиво. Кому понравились мои рваные джинсы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!